30 скверов для любимого города. Администрация города Кирова и Общественная палата Кировской области начинает уникальный проект, который может сделать областной центр цветущим садом. Требуется активное участие горожан. Предметно подумать об озеленении требуется уже сейчас, по крайней мере, до конца этого года. Андрей Степанов продолжит. Ну вот, казалось бы, не совсем сезон думать об озеленении города, но... Именно об озеленении, как считают в администрации города, нужно думать уже сейчас. Скоро весна, время тикает. Готовь сани летом. Да, весны осталось очень мало времени. Администрация города провела гигантскую работу. Определено 144 участка площадью от 400 квадратных метров до 2 гектаров, которые свободны от прав третьих лиц, на которых невозможно какое-либо строительство, но в то же время сейчас эти площади ничем не заняты и не благоустроены. У нас появилась реальная возможность из этих, таких, скажем, бесхозных оставленных территорий сделать потенциальные зеленые красивые уголки нашего города. Создан специальный сайт 30скверов.рф, где любой кировчанин может проголосовать за 5 наиболее нужных будущих скверов. Это как раз один из тех участков, которые могут стать образцовыми скверами. Территория площадью 430 квадратных метров, восточнее дома номер 20 по улице Казанской. Мы ждем информацию от горожан для того, чтобы определить первоочередные адреса, где начать в следующем году работы. Удивительно то, что и финансирование под проект «30 скверов» есть. 7 миллионов рублей будет выделено на благоустройство, деньги на озеленение пойдут по другим статьям. Мы планируем провести небольшую планировку, уборку мусора. После того, как утвердим дендрологический план, то есть будет проведено озеленение данных территорий. Но не всех 140 свободных участков, а только 30, набравших наибольшее количество голосов горожан, при голосовании на сайте 30скверов.рф. В декабре-январе народное голосование и принятие решения. Дальше за дело берется городская администрация с участием сформировавшихся к тому времени инициативных групп. Мы, конечно, обращаемся к жителям этого города. У нас очень много агентств, которые занимаются ландшафтным дизайном. Если вы хотите внести свою лепту в развитие города бескорыстно, то, пожалуйста, принимайте участие в этом проекте. Итак, карта будущих скверов на сайте 30скверов.рф и ваше активное голосование до конца января. А там и до весны, то есть начало благоустройства и озеленения недалеко. Андрей Степанов, Степан Куликов, Сергей Березин, Новости 43.